Друзья, добрый день! Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас комбайн Don 1500B 2006 года выпуска. Давайте смотреть его ближе. Все датчики, все на месте. С кондиционером. Полностью комплектный. Попробуем крышку. Кто придумал эту крышку, тому премию надо дать. Так, наработка у нас 3401 моточас. Так, давайте дальше смотреть его. Сиденье на пневме. Очень удобно. Так, дальше у нас здесь. Смотрим. Вот с данным комбайном сейчас на данный момент проблема с ГСТ. Готовлен на зимнее хранение. Так, дальше спускаемся. Единственная проблема, друзья, это ГСТ. Ну, возможно, еще какие-то, но надо смотреть уже. Более детально разберется специалист. Так, вот у нас шильдик 2006 год. Колеса в целом походят не один сезон. Протектор в хорошем состоянии, есть трещины значительные. Наклонная здесь идет нового образца, друзья. Кто знает, под акросскую жатку. Все вот таким образом. Она уже идет с гидромотором на мотовило. Вот сама жатка. Жатка 2007 года. РСМ 081-27-01. Все в рабочем состоянии. Заменят. Редуктор. Этот ролик надо поменять. Мотовил ровный. Шнек. Шнек тоже в хорошем состоянии. Вот его меняли. Уже атакровское поставили. Без мятин, без всего. Вся электрика присутствует, зеркала и так далее. Многим интересен также вот данный вопрос, вот с этой тягой. Хочу ваше внимание обратить на раму, она абсолютно без сварки, без трещин, прям в идеальнейшем состоянии. Обычно это больные места у комбайнов данных. Заднее колесо где-то 40% на остатке, тоже поработает, послужит не один год. Вот как я вам говорил, рама, да, в идеале. Задняя балка тоже целая, без сварки. Смотрим, здесь решетный стан мененный, стоит новый. Вот мотовилы все на месте. Ой, клавиши, извиняюсь. Вот. Так,
Выгружной шнек ровный, без замятин. Прям в хорошем состоянии. Измельчитель ножи в среднем состоянии такие. Заднее колесо второе аналогично тому. 40% на остатке. Рама тоже здесь с этой стороны. Без сварки, без швов. Все идеально. Посмотреть, здесь может пару ремешков не хватает. Второе колесо тоже аналогично переднему с той стороны, где-то 50% на остатке, прослужит не один сезон. В общем, друзья, комбайн не новый, в любом случае потребует вложений. Из перечисленного, как я говорил, это ГСТ. Ну и по возможности его там, грубо говоря, пропустить, может быть, еще что-то будет. Но комбайн живой. Сами видели обзор. Жатка нового образца. Вот. Друзья, если заинтересовалось комбайн, обращайтесь к нам, звоните. Будем ждать ваших обращений. Всего доброго, до свидания.